Камера, мотор, экшен! Здорово, сиквы! Всем привет, с вами я, Кирилл. Срать не сяду, 3-4. Ты пожаревший сналкит. Да? Да. Я пидревший. А вообще-то у него тоже была цветная хуета какая-то. Я не удивлен. Так, сегодня у нас эксперименты. Эксперименты. Надо Пушного позвать. Пушной. Самое время. Ладно, сегодня что мы делаем? Что, как, что там делаешь, блядь? Протираю. Очко. Очко. Давай, доставай. Что это? Цветное платье. Ух ты, что-то там. О. Рюмки наши лязгают. Итак, друзья, нежданно, негаданно, все, мы становимся не только, блядь, выебучими рэперами, так еще научно-технологически. Сам Илон Маск с Рогозином в ахуе будут. Понял? Выебух. Конечно. И не за горами скоро, блядь, на настоящий мужской орган сянем хотел. Отдых поедем. К егерю. Спасибо вам, друзья, кто донатит. Можете тоже задонатить. Мы скажем вам большое спасибо. Немножко в конце августа или в начале сентября вот так рванем. Так, это все занято. Так, чё? Так, чё у нас? А, забыл. А перед этим, чтобы как мы того начали, вот это все деяние. Ты знал, что спонсором данного ролика являются наши друзья OneX? Ведь они профессионалы по просчитыванию исхода матча. Быстрая и качественная работа по вознаграждению. А в комментариях ты можешь найти информацию, где можно поддержать любимую спортивную дисциплину. А при подписке по промокоду RED21 получить крутые бонусы. Подписка где? В комментариях. Ой, конечно. Так. Куча hands up, подожди. Все, хватит. Лапа 4. Ты не можешь, из тебя вылетает рэп. Это не могу, все. Всех трахнем, всех трахнем. Все, я олимпийский, всех куда. Как ты научил меня через олимпийский всех крутить. Да? Так, давай открывать, наверное. Что нам эта инструкция? Давай посмотрим, что внутри. Всем конечно интересно, что в коробке-то? Что в коробке? Автомобиль! Айфон последний. Вот это Вилсаком удивится. Это и мы сразу же всех техноблогеров выйдем. Всех! Я говорю, всех трахнем! Ютуб завоевали. Что это? Сейчас анальный фистинг будем практиковать. Держи, тебе перчатки. Одно и одно. Какой-то мне фистинг, еще другой бывает. Смотри, как можно делать. Вот так вот можно. И биван получается. Ложись на него. Как это Короев, я слышу, так вот. Наполним молоко. Я скажу, Короев выйдем. Сосать будем. Сосать. Вы это в комментариях пишите, ну кто ждет именно поездку. Что нам там делать-то в этой поездке? А то мы от себя тебя нахерачим. Слушай, приятно. Там внутри, видишь, муки насыпали. А снаружи она липкая. Да? Твердая. Давай, дальше. А что внутри тут такая мягенькая. Эксперимент. Это... О, красоту. Ора. Чай будешь из нее пить, да? Фу, блядь, у меня пыль, она какая-то. Так. Это что? Сухой, наверное, этот рожек. Вспотел, как сучка. Так. Ага. Калий-йодистый, кальций-хлористый. О! Иметь серный. Смотри, набор юный химик, где-то найти надо. Мы сейчас на практике, да, с тобой варить будем? Как он? Хайзенберг или как тебя там? Угу. Ну смотри, пруд один медный, ага, а второй какой? Другой волшебный. И 10% раствор соляной кислоты. А что это делается-то? Вообще, что мы будем делать-то? Мы, да, не, а мы сказали, что это такое? Цветное. А это покрывало тебе. А это, как это эти называются, каменщики эти, как они, блин? Масонная ложа вот так вот. Вот так вот покрыли. Иллюминаты? И нога нет. Чтобы синяков не было. Скорее на бабку так становишься похож. Ты все меня это к женщине склоняешь, да? Да. Блин, 10 лет пассивом отработай, попробуй. Хочется уже, чтобы ты... Что, теперь я поработал? Да. А ты на чужой этот-то. Не претендуй. Глядишь, нахуй, через 10 лет колпак рванет, нахуй. Давай, Кирилл, снимать, нахуй, как долбим друг друга. Вот, набор юный химик. Кстати, стоил он 540 рублей. Так, ну давай на этой штуке делать, на коробочке, чтобы повыше было. Набор предназначен для детей старше 10 лет. О, как раз для нас, дебилов. А она загорится. Ну и что? Потушить. Веселее будет, я потушу. Чем? На тебя насу и хватит. Яичницей? Да. Это ты себе готовил? Что, блядь? Ну что, давай сам как думаешь, что надо. А я пока инструкцию прочитаю. Так, мне в очках тяжеловато. Сейчас! Блядь, в очках вообще, блядь, сожгу нахуй тут все. Так, смотри, я же химик бывший, у меня как раз двойка по ней. Медь. Так, это у нас получается... Где инструкция по порядку? Так, цинк. По-моему, в эту хуйню. Думаешь? Угу.
Надо что-то еще и поджигать, что ли? Да. А зачем поджигать? На сухой лед. Это сухой лед? Ну, это сухой этот. Спирт. Раствор соленой кислоты. Между прочим, развитие интереса к науке, развитие познавательной активности и развитие органов чувств. Беременна. Когда все пальцы загорятся, охуенно чувствует, начинает видеть. Ну, что тут? Не читать не умеешь. Фиолетовый цвет поставь на петлю проволоки кристаллик калия йодистого и внеси его в пламя сухого горючего. Тут, кстати, нормальной инструкции нет. Здесь меры безопасности. Не насыпайте реактивы, ни хуй. Это, а где написано, что делать? Видать, мы должны поджечь вот эту хуйню. И туда всякого. Поставь на петлю проволоки кристаллик кальция хлористого и внеси его в пламя сухого горючего. Капни на кусочек сжатого в щипцах или петле проволоки мела 2-3 капли соляной кислоты и подожги выделяющийся газ от пламени сухого горючего. Ты точно, блядь, детей? Вообще 10+ написано. Что делать? Давай с первого начнем. Ну давай. Калий йодистый где? Вот это, наверное, калий. Вот, я калий нашел калий йодистый. И теперь нам нужно сделать петлю из проволоки. Что за петля? Ну, чтобы хрусталик классный. Как ложку. А это что такое? Это мед. А он зачем? Мед. Она зачем? Хер знает. Блин, этих в перчатках на эту дрочить. Не, этих. Не сказал плохое слово. Так, у меня все подготовлено. Угу. Что делать? Поджигай. Чем? Что, у тебя зажигалки нет? Я в трусах, блин, в рубашке сижу. Надо сходить. Магия монтажа? До зажигалки? Я вырежу, конечно. Или нет. Что делать? Поджигай. Вот эту хуйню? Да. Как? Просто. Она сам, блядь, поджигает, душе не ебать. А, вот так. Она нагреется. Нет, горит. Горит. Сейчас разгорится, что ли? Да хуй с ним ебать так. Глаза надо беречь. Хуй-та. Точно это надо? Может, на нее капнуть надо что-то? Поставь на петлю проволоки кристаллик калия йодистого и внеси его в пламя сухого горючего. Ага. Я внес в пламя. Ну ты должен над пламя, блядь, в этих перчатках. Я тебе не могу. Дай, покажу. Оно горячее. Что? Аккуратно. Ты этот, блядь. Я тебе говорю, оно горячее, а ты руками за нее хватаешься. А чем мне еще? Давай ложку возьмем. Как? Где? А нет этих выщипывалок для бровей? Пинцета нет у тебя дома? А может и есть. Вообще комплектация, конечно, у этой фирмы. Ненормальные инструкции, нихуя. Подожди. Хуета. Ну и хуй. Давай следующий цвет. Не работает, нихуя. Дай носы. Куда? Ну ты что творишь-то такое, блядь? Кончай ты нахуй. Она только прилипла нахуй, и все. Надо отлеплять. Вон этими. Слушай, ну пиздец, смотри, как она прилипла. Пришпарилась. Ну, поставь на петлю проволоки кристаллик кальция хлористого и внеси его в пламя сухого горючего. Капни на кусочек сжатого в шприцах или проволоки, мило 2-3 капли соленой кислоты. Что происходит? Что ты какая-то хуйня, блядь, нездоровая. Это же, блядь, сгорит так быстро-то. Сейчас, секунду. Аж правда, что щипчики где-то есть? Я все сделал, все придумал. Ну, рот, блядь, ушастый бегемот. Нашел? А? Нихуя. Я ничего не нашел. Я придумал, как сделать можно. А, ага. Все? Да. Капай раствор. Чего? Соляной кислоты. Вот у тебя единственная жидкая какая-то. Поищется? Ну, поздно. Мер предосторожности. Не зря же положили. Все? Че? Чё-то горячо мне стало. Ой, завоняло чем-то. Ну, что-то вот какого-то вау-то нету. Хуй какая-то. Куда мне? Ну, да нет. Как мафиози. Угу. И закапай. В нос. Да. Сваливай, ёб. Блядь, скотина. Руки как у алкаша трясутся. Почему как? Должно быть красное пламя. Не знаю, обычное пламя. Как будто нагреваешь. Неси шприц. Не, ну оно типа стало краснее, да, в тот момент. Все, снимай. Сейчас лезвие себе угробишь. Я вообще не откуда его взял. Че, давай зеленый цвет, вот он должен быть хорошо виден. Че за хуйня происходит? Стоп. Куда? Так. Капни 2-3 капли соляной кислоты в чашку для выпаривания. Что за чашку для выпаривания? И раствори в ней пару кристалликов меди. Сернокислое. Сернокислое. Так, что теперь делать? Сернокислое? Не, подожди, тут нужна какая-то чашка для выпаривания. Где мы? Возьмем. А может, это и была чашка для выпаривания? И что? Это была чашка не для того, чтобы в ней сухой лед стоял. Сухой спирт? А поджигать как? Чё? Не знаю, не предусмотрели. Видать, должна была быть вот эта вот железяка, помнишь, которая была, когда сухпайки делали. А что нужно? Вот так вот? Да? Чего? Я все правильно делаю? Хуй, пробуй. Ну, зеленым что-то он отдает. Это ниже, ты глубже засовываешь, чтобы под пламенем он был. Да, вот теперь пламя должно быть зеленым. Ёбаный рот, я понял. Давай прям туда заливай. Конечно, это нужно вот так вот делать, ёбаный насрал, блядь. Квантовый уровень, блядь, моего развития, блядь, химик. Наверное, учительница по химии сейчас будет смотреть, скажет. Ну, я и так и знал, что он долбоёб.
О, смотри, прям зеленый. Ты только долго кладешь. Давай прям сюда зальем. Да зачем? Не надо, ну зачем? Он сейчас вот... Ну все равно как-то не видно, не эффектно. Нихуя, блядь, не за 500 рублей поедение, блядь, продали, блядь, не видно. Ясен хуй, блядь, не скажу, долбоебом так пойдет. Я говорю, поебень. Не, ну она зеленая. А до этого что, красная была? Ну не, ну не так, не надо сыпать, уж, наверное, это надо. Ну вот, я чуть-чуть. Син хуй зеленая, ебаный рот, блядь, усатый, беги. Блядь, салазки, сука, не еду, на, блядь. Что за ланей стал? Ну ты уже, блядь, засыпаешь уже совсем. Так, ладно, где у нас другое? Давай вот это, ебаный. Ее нужно, по-моему, тоже... Сейчас. Что это такое? Так хуй его знает. Это чтоб красный был цвет. О! Синий только что был. И потушилось. Ну, еще. Давай. Затушил. Затушил. О, блядь. Пизду, блядь. Таракань вымей. Слушайте, блядь, кто вот этой хуйни, блядь, производитель? Я, блядь, хуй его знает. Это точно не... Дорогой. Ты лезешь, блядь. Точно, блядь, не для детей. Потому что взрослые, если у вас там этого ребенок, вы хотите вот эту херню порадовать, пожалуйста, не покупайте или покупайте, но только вместе с ними именно делать. Нужно и туда именно кидать. Но она хер прогорается, она вообще херовая. За 500 рублей это обдирал его полную, лучше, блядь, не заниматься. Водки им купить. Лучше этого, блядь, будет дельнее. У нее тоже там спецэффекты все. Че сейчас е***? Давай. Сейчас, подожди, пусть разгорится. Да я ее перевернул другой стороной. Давай вот это опять. Да, она все еще зеленая. Нет, не зеленая. Я понимаю, красная должна быть. Давай. Обжег пальцы сильно. Да хуй там. Такой из тебя ботаник, если честно. Пошли вы нахер свои залупы кучерявые, блядь. Где мои 500 рублей? Черти, блядь, полосатые, блядь. Наебая, блядь, хуй знает, как чем пользоваться, блядь. Без бутылки надо было, блядь, пьяным нахуй сниматься. Ну чё, чё скажешь? Да хуй-то, полнейший. Да нет, нет, я правда. Не покупайте это говно. Я обжёгся. У нас есть инстаграмы. Мне 22 года, я обжёгся. Чё с детьми будет? В описании. В описании у нас есть инстаграмы. Всё, вот твой инстаграм. Не сыль мне соль на лаву. Космодрома. До свидания, до скорых встреч. Пока-пока.